Северодвинский мост снова закроют, на этот раз 20 мая. Все из-за работ по капремонту, который проводит РЖД. Ограничит движение как транспорта, так и пешеходов на 26 часов. Мост закроют в четверг 20 мая в 9 часов 30 минут. Предположительно, ограничения продлятся до полудня 21 мая. Автомобильное сообщение в этот период будет организовано по Краснофлотскому мосту. Кстати, с сегодняшнего дня перекрыто движение транспорта по проспекту Обводный канал в районе пересечения с улицей Гагарина. Энергетики выполняют аварийные работы на теплотрассе в Октябрьском округе. Ремонт планируется завершить до пятницы.